Ты в порядке? Нет. Такой бледный. Что-то случилось? Не знаю, сколько я еще протяну. Так плохо без компьютера, да? Да. Отдали в ремонт, и мне теперь словно 10 лет опять. Всю ночь играю радостно, а утром осознаю, что все это был сон, и компа нет. Ты же без компа один день. Целый день. Скачай игру на телефон. Если бы. Я играю на телефоне только когда сижу в туалете. Это уже на уровне инстинкта. Включу игру, сразу приспичит. Даже время замедлилось. Поработал, поспал, а прошло всего 10 минут. Да уж, это свободное время. Не знаю, что со мной происходит, но я даже сходил погулять. И ты вызвонил меня в час ночи попросить ноутбук. Да нет, я же не идиот. А можешь одолжить? У тебя зависимость, ты в курсе? Да брось. Ну сидел я у друга 2 часа в гостях и смотрел, как он в Симсов играет. Да, бывает, согрешил, признаю. Но после я промыл глаза и сжег одежду. А помнишь прошлый раз, когда сгорела материнка? Ты скачал текстовые прохождения? И просил читать их тебе на ночь, как сказки. Пора отдохнуть от компьютера. Ну одолжи мне хотя бы Дэнди. Да ты даже на Тетрисе. Можешь умудриться запустить GTA. Давай лучше тебе книжку купим. А она электронная? Конечно. А если тяжко станет, можешь поиграть в реале. Только не нужно, как в прошлый раз, играть в Portal. Не надо бегать по квартире с картошкой. Ты все-таки взрослый мужик. Тебе нужна монтировка. Ролик создан при поддержке Фонда защиты ПК-юзеров. ПК-юзеры. В дикой природе их осталось всего ни одного.